вопросик, друзья. Есть хороший вопрос от Лидочки. Лидия спрашивает, что сухие глаза с утра на автономии, днем постоянный песок в глазах, воду не пью. Что делать? Как убрать дискомфорт глаз, Светуля? Угу. Ну, это временный эффект. И пока у вас роговица глаза не очистится, это когда мы убираем воду, то у вас как будто бы... Вот вы же пользовались, наверное, скрабом для лица. Вот. И точно так же у вас происходит сейчас на глазках. Когда жидкость уходит лишняя, вот, то когда вы моргаете, у вас уже вот этот эффект длится уже почти 2 года. Если эффект такой длится уже почти 2 года, то у вас они не дочищаются, скорее всего, именно глазки, вот когда вы выходите с сухих дней. Попробуйте, когда вы еще находитесь на сухих днях, делайте себе лед, в формочках просто лед сделайте в маленьких. Лавровый лист заварите и мята. Лавровый лист, он уберет все воспаление. Может быть, это паразиты. Блин, ребят, я в паразитах как-то... Паразитов не очень верю, поэтому я вам не могу ничего сказать про паразитов. Я с ними не дружу. У меня нет паразитов как таковых, не знаю. Заварите, попробуйте, сделайте лед из лаврового листа и из мяты. Мята, она освежит, и прям вот здесь вот делайте, протирайте хорошенечко на сухих днях. У вас не будут опухать глаза из-за того, что есть будет жидкость за счет лаврового листа. Лавровый лист не даст впитаться, чтобы у вас как бы был отек. А мята, она освежит, и вам будет полегче. А насчет паразитов я не знаю. Это тот, кто про паразитов. Светочка, я хочу уточниться, но я представила, что я себе с мятой делаю. А насколько она же как ментоловая, зайдет вот в глаза, например, на яблоко глазное? Нет, там жечь не будет, потому что там жечь не будет за счет лаврового листа. Он как раз это все, как бы весь этот эффект будет от лаврового листа. А мята, она будет просто холодить какое-то время. И когда у нас холодит вот эти вот глазные яблоки, либо кожу холодит, у нас начинает вырабатываться наша жидкость намного больше и быстрее. И как раз когда на веко будет вот это вот холодно, и мята потом еще будет свой эффект, там будет сохраняться несколько секунд, то у нас жидкость на глазное яблоко будет выделяться, вот эта вот слизь, вот это, не слизь, вернее, а вот эта вот оболочка, как она называется, вот эта вот роговица, она будет более, своя жидкость будет выделяться и будет проще. Просто у меня была тетенька, которая так делала, ей очень хорошо помогло. Попробуйте, может быть, и вам зайдет. Мята не будет жечь. Хорошо, а пропорция 1:1, да, делает, например, да, мята? Да. Ну, лаврушка, на самом деле, я заваривала себе как-то ванную. Ну, я просто сделала концентрат лаврушки, да, и потом влила в ванную. Вообще, эффект обалденный. Я точно могу сказать, что она очень мягкая такая лаврушка вообще. Очень приятно.